что участие — это самое главное, участие не только в забеге, участие просто, ну вот в этом празднике. В этом году очень приятно, что много детей. Просто чудесное впечатление. С каждым годом здесь все лучше и лучше, очень комфортно. Каждый следующий год становится все более таким домашним, душевным. Первые разы это было соревнование, и сейчас это настоящий корпоративный праздник. Каждый год у нас все больше и больше людей, лучшие результаты, и люди готовятся к этому замечательному событию. Мы сегодня бегали 1 километр, бегали очень быстро. Я на полдороге запыхалась, но я добежала. Готовиться, тренироваться, стремиться улучшить себя. Получать от этого удовольствие, кайф — это самое главное.